Грандиозный скандал разразился на вручении премии Муз-ТВ, где при всех схлестнулись Николай Басков и Ольга Бузова. Бывшая участница скандального реалити не оценила шутку натурального блондина, отметив, что страна испытывает дефицит хороших ведущих. Неловкая ситуация на престижной музыкальной премии возникла после недавнего инцидента в Уфе. Как все мы помним, Ольга Бузова отличилась в День защиты детей, благодаря чему ее оголенные телеса и кожаные трусики не обсуждал разве что ленивый. Не смог удержаться от соблазна слегка подеть певицу и золотой голос России. Отметив, что никогда не видел на Оле столько одежды за раз, Николай Басков столкнулся с ее праведным гневом. «Да, хороших ведущих мало нынче осталось», — тут же заявила уязвленная певица. В сети артистку стали журить не только за отсутствие чувства юмора, но и за пренебрежение принципами субординации. При этом на подмогу исполнительница хита «Мало половин» бросились Мария Погребняк и Алина Загитова. Правда, последняя родила преимущественно за свою репутацию, ведь Николай Басков тоже задел красотку за живое. Сравнив пение Бузовой с блеянием козы, бывший тенор Большого театра дал понять, что относится к нападкам менее голосистых коллег по меньшей мере спокойно. В свою очередь, народного артиста поддержала ведущая Ксения Бородина и другие представители шоу-бизнеса. Но окончательную точку в этом конфликте решил поставить самый известный музыкальный критик страны Сергей Соседов. И хотя правдоруб уже давно помирился с Бузовой, его мнение о поступке Баскова вряд ли порадует отставную звезду периметра. Николай Басков – великолепный ведущий. Он, мне кажется, нашел себя именно в роли ведущего, что было для меня неожиданностью. Как ведущий, мне кажется, он даже еще сильнее, чем как певец. Это сложная работа конферировать, нужна находчивость и чуткость, потому что надо понимать, с кем ты общаешься и как, чтобы не переборщить, но чтобы было остроумно и чтобы люди смеялись. У него прекрасные шутки. Они очень мягкие. И он как раз не переходит никакие грани. А что какие-то там шутки с Бузовой, это все другое. Это просто тусовка. Выдал журналист и телеведущий в своем эксклюзивном комментарии.